катанию спиной вперед. Этот урок относится только к тем людям, которые умеют кататься просто лицом вперед. К движению задним ходом нужно подходить с особой внимательностью, потому что это действительно гораздо опаснее, чем ехать лицом вперед. Все-таки вы падаете на спину, голова, локти, вот это все страдает. Для того, чтобы научиться кататься назад спиной, мы должны понять простую истину. Эта истина такая же, когда мы учились кататься на колесе. Когда мы шли вперед, выставляли ногу, подъезжали. Значит, падали, подставляли колесо, подъезжали. Значит, теперь, когда мы будем двигаться назад спиной, мы должны будем то же самое делать, подъезжать в точку предполагаемого падения. То есть, первое упражнение, встаем, отклоняем, стойка у нас должна быть вот такая. Значит, чуть-чуть согнулись. Центр тяжести у нас смещается назад, вот сюда вот. Вот сюда вот центр тяжести смещается. Ноги вместе, отклоняемся и падаем. Отклоняемся направо и падаем. И держимся. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Вот. Еще раз упражнение делаем. Садимся в стойку полуприседа. Центр тяжести смещаем назад. Вот сюда вот, центр тяжести. Отклоняемся налево, ноги вместе. Раз. Отклоняемся направо, ноги вместе. Два. Еще раз. Раз. Два. Раз. Два. Делаем как бы вот такую вот змейку. То есть начинаем снова. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Вот. После того, как мы сделали упражнение без колеса для движения спиной вперед, мы встаем на колесо. Встаем на колесо. Держимся за опору. Зажимаем колесо плотно. Плотно зажали. Встаем в стойку. Чуть согнулись. Центр тяжести у нас находится в пятой точке. И отклоняемся назад. Чуть-чуть назад отклоняемся. Едем. Снова. Чуть назад. Вперед. Назад. Значит, смысл какой? Для движения назад мы должны все время подруливать. Вот так. Вот так, подруливать должны. То есть, вот мы как движемся. Смотрите. Сбоку смотрим. Стойка, зю. Еще раз. Смотрим на ноги. Подруливаем все время. Подруливаем. Если же мы будем ехать просто прямо назад, то мы можем, допустим, упасть. Потому что не будет подруливания. Встаем. Занимаем положение полуприседы. Центр тяжести у нас вот здесь. Держимся рукой. И потихонечку едем. Вперед встали, проехали. Еще раз. Вот так. Держимся, едем. И пытаемся все время подруливать. Теперь снова. Видите, я подруливаю все время. Вот. Делается вот так вот все. Все. Рекомендую всем, а также неуверенным в своем будущем при катании на колесе, одевать шлем, налокотники, наколенники и перчатки. Минимальный набор безопасности, если вы ездите не более 30 км в час, это перчатки и налокотники. К сожалению, погода уже не располагала к агрессивному катанию. Лег первый снег, а урок надо было записать. Так что при излишней активности колесо проскальзывало, что могло привести к падению.
При таком покрытии все ускорения и повороты делаются максимально плавно, а давление воздуха в шине можно понизить для большего пятна контакта с дорогой.